Ну что ж, пятый поединок этого вечера, и по правилам ММА будут биться рукопашники. Ну, рукопашный будет такой вид спорта, тоже, можно сказать, один из самых приближенных к смешным единоборствам. И спортсмен, который успешно выступал в этом виде спорта, достаточно быстро может войти, попасть в элиту и смешанных единоборств. Яркий тому пример — Рахман Джанаев, который является чемпионом мира и Европы по рукопашному бою. И мы все помним, как блестяще он дебютировал в ММА в течение одной недели. Он на двух турнирах. Ну, если в первом случае ему противостоял тоже такой же дебютант, как и он, то во втором поединке выступал против очень опытного голландца. И там нокаутировал его, по-моему, если я не ошибаюсь, в первом же раунде. То есть достаточно, скажем так, знакомая ситуация для бойцов. Да, здесь нет кимоно, здесь восьмиугольник, но все-таки ребята, наверное, привыкли. Все, быстро, удушающе. Это рекорд нашего турнира, да? Зелева даже нас познакомить не успел с Билалом Умаевым. Тоже так же, как и Рахман Джанаев, да, в скором темпе все произошло. Да, значит, хороший рукопашник получит у нас Умаев Билал. Поздравляем его, блестящая победа, очень быстрая. На шею гильотиной победу одержал боец красного угла.